У Адама и Евы были овчие дети после смерти Авеля, и они повырастали и так само имели своих детей. Прошло шмат часу, и колькость людей повеличилась, але и они были подуласны тому же граху, что Адам и Ева. Бог вельми засмутился, убачивши все зло, зробленное ими. Ад их земля наполнилась ненавистью и лютостью. Бог вельми переживал, ведаючи злые думки людей. Бо люди только и мерковали, как зробить як мага больше неприемностей один другому. Моцно зажурился Бог с того, что он створил ослушников на земле. Долгие годы он дозволял им поводить себе, як им хотелось, але яны не покидали робить зло, и Бог вырашил знищить людей и живелов, что служили на земле людям. Але был один человек по имени Ной, який любил и слухался Бога. Гэта был сумленный человек, и он робил тое, чего жадал Бог, и не был носьбитом зла. Наадварот, он докарал людей, якія думали только про дрэнное и творили яго. Аднойчы Бог сказал Ною такие слова: «Я хочу знищить людей и живёлу на земле. Я пошлю велизарный потоп, сбудую великий ковчег. Ты и твоя семья сядете у яго, и вы выратуетеся». Ной почал будовать ковчег так, як сказал ему Бог. Калі Ной займаўся будаўніцтвам, ён папярэджваў людзей, што Бог збіраецца знішчыць іх, але тыя толькі смяяліся з Ноя. Яны не верылі ягонай перасцярозе і працягвалі рабіць свае нялепшыя справы. І сказаў Бог Ною: «Збяры сваю сям'ю і ад кожнай жывёліны самца і самку, забяры іх з сабой у каўчэг, колькі шуму яны нарабілі». Пасля таго, як яны селі ў каўчэг, Бог сам зачыніў яго дзверы. Затым пачаўся дождж, і вельмі доўга ён ішоў, бо так абяцаў дождж. Вода поднялася и затопила пали. Люди спужаліся и хотели сесть у каўчэг. Але было поздно. Потом вода затопила узгорки и горы. Все люди и жывёла, якія не были у каўчэгу, загинули. Але Ной и его семья были у бяспецы. Яны поверили у Божие словы и выратавалися. Мы бачим, что Бог не прымае зло. Ён покарал людей у часы Ноя, бо тыя думали про зло и робили его. Калі ж мы захочем зрабіць зло другим людям, мы повинны памятать, что Бог не любит гэтага. Бог покарае нас, калі мы будем поступать неправильно. Мы не повинны робить зло іншим, нават у отказ на зло, зробленное нам. Бо только за Богом повинно быть право карать людей. Прийде день, калі Бог будет судить кожного человека за учиненное им зло. Гэтае покаранне маецца быть вельми тяжким, тяжейшим за тое, якое было у часы Ноя. Нам треба думать, что Бог будет робить со мною, коли он будет карать дренных людей.
Конечно, шмат людей будет шкадовать об нядобрых учинках, якія яны рабілі, калі жили на земле.